Международный арт-фестиваль для детей с особенностями развития открылся художественным фильмом, снятым в Омске. История для взрослых о маленьком принце и большой дружбе, о тех, кому поставили страшный диагноз. Это уникальная картина, в ней нет профессиональных актеров, а большинство сцен сняты с одного дубля. Ольга Кочкурова побывала на премьере и встретилась с главным героем фильма. Прошу тебя, подожди. Я скоро вернусь. Это тоже мой друг. Главный герой картины – 10-летний Коля Полищук в зрительном зале на коленях у мамы. Отдельного свободного места попросту не нашлось. Посмотреть омское кино о необычных детях пришли и те, кто никогда не слышал о таких медицинских диагнозах. Достаточно трогательный фильм, и он идеально подходит для открытия, чтобы непосредственно аудитория, общественность увидела, что в Омске есть интересные общественники, которые могут создать уникальный, интересный фильм. Омский маленький принц, как и герой Экзюпери, дружит с Розой. Но путешествует не по планетам, а отправляется в первую самостоятельную прогулку по городу, чтобы показать лучшему другу окружающий мир, с которым он и сам, впрочем, пока плохо знаком. Здесь есть и место настоящей дружбе и сочувствию. Каждый человек имеет право на дружбу. На большую дружбу, настоящую, чистую и бескорыстную. Вот, как бы об этом фильм. Над сценарием Олег Чичко трудился 4 года, а вот съемочный процесс уместился в 2 недели. Практически весь 20-минутный фильм удалось снять с первого дубля. Мама главного героя Ирина Полищук признает, съемки кино для ее сына не были легкими, но уверена, что результат стоил старания ребенка. Наших детей нужно показывать, потому что они все равно не такими, как их считают, что они вообще необучаемые вообще. Они у нас самые умные все равно. И для этого как бы делают родители очень много. В дальнейшем короткометражка будет заявлена для участия в российских и международных кинофестивалях и конкурсах. У всех, кто работал над «Маленьким принцем», общая цель – донести до общества, что особенный человек не должен стать изгоем. Ольга Кочкурова, Сергей Степанишин. Новости здесь, Омск.